Здравствуйте, друзья. Привет. Это социальный проект «Безопасное детство». И сегодня мы пригласили большого математика, нашего друга Алексея Саватеева, для того, чтобы математическими способами рассказать о безопасности движения на автомобилях и на другом транспорте. Поэтому смотрите дальше. Мы обязательно запишем уже Алексея у доски. Да, сейчас я все на формулах покажу, почему вот разгоняться бессмысленно совершенно, да еще и опасно. Вот. Отлично. Дорогие друзья, меня зовут Алексей Саватеев. Я популяризатор математики среди детей и взрослых. А также я отец четырех детей. И я очень сильно забочусь об их безопасности на дорогах. У самого меня машины вообще нет. Я ее не вожу, это такое принципиальное совершенно у меня решение по жизни. Вот, не захламлять еще и моей машины улицы моего родного города. Но я с уважением отношусь к тем, кто возит машины, и часто езжу на машинах друзей, это все понятно. А что плохо? Плохо это, что на наших улицах время от времени появляются дебилы, вот такие тупые дебилы, обезьяны, которые вот так... У него машина, значит, вылетает из-под него, значит, со скоростью там 80-100 км в час и летит по вот таким узким улочкам. Вот, блин, был бы пистолет, вот расстрелял бы колеса, по крайней мере, да, чтобы он не ездил больше никогда. Но так получается, что даже номер иногда не увидишь. Вот если вдруг кто-то видит вот сейчас этот ролик из вот таких людей, которым почему-то иногда хочется вот так поехать, вы имейте следующее в виду. Вот просто имейте в виду, что тормозной путь, если у вас со скоростью 40 км в час при данных погодных условиях до сюда, то при скорости 60 км в час он вовсе не до сюда в полтора раза дальше, а вот до сюда. Полтора в квадрате раза дальше. Понимаете? Почему? А потому что, как в том анекдоте, просыпается человек в больнице, весь поломанный, и говорит: хорошо, что пополам. Доктора говорят: а что пополам? Ну, что-что, МВ квадрат пополам. Но в данном случае важно не то, что пополам, а то, что квадрат. Энергия движущейся машины пропорциональна квадрату скорости, а не самой скорости, понимаете? Если вы разгоняетесь с 40 до 80 км в час, у вас этот тормозной путь увеличивается в 4 раза. Сможете вы тормозить, если выбежал ребенок на дорогу, или не сможете? Вы думаете головой, понимаете? Не надо это делать. Почему это не надо делать? Это отдельный вопрос. Я математически могу объяснить, почему это и бессмысленно совершенно. Но здесь я вам показал, почему это опасно. Это опасно для вас и для детей.